меня это любовь, это для меня семья. Гордимся, что мы люберчане, гордимся своим городом, то, что и люди добрые, сплоченные. Гордимся, любим, вдохновляемся и прививаем детям все качества семейные. У нас как бы есть и семейные традиции, очень любим и путешествовать, ну, маленькие мини-отпуски устраивать, и наш любимый Наташинский парк. Также есть традиция уточек покормить. Любим гулять с детками в парке, как и в Центральном, так и у нас в Наташинском, потому что и природа, и площадки интересные. У нас с супругом двое детей. Старшая дочка Дарья сейчас закончила первый класс в 12-м лицее, и Дмитрий 6 лет и пойдет в первый класс. Дочка у нас занимается танцами эстрадными в Олимпе, тренера хорошие, дочка с радостью бежит, также любит рисовать и очень красивый у нее получается. Записались в этом году в художественную школу, наконец-то ее мечта сбылась. И сын занимается карате в 21-й школе, тоже тренера очень любит, бежит на тренировки. И еще ходим в школу плавания. Сейчас дочка еще в лагерь уехала, тоже в спортивный, с своей командой Олимпии. Тревожно переживаем, это наш первый опыт такой. Сын ходит в садик, а вечером мы ходим на площадке гуляем. А с бабушкой он очень любит в танковый бой играть. Вечером можем пирог быстро испечь, сырники. Время общее проводим, обучаем, чтобы он помогал, тоже как мальчик, чтобы он потом жене помогал. Самый главный у нас дегустатор – это папа, потому что хочется его порадовать, особенно на выходные, это утром, когда он проснется, чтобы запах его поманил. Но у нас сейчас папы дома нет, он на СВО, в 22-м году ушел, ну, призван по мобилизации, сказал: «Люберцы, родина призвала, я буду служить, буду защищать наш дом, свою семью, чтобы все было хорошо». Ждем, верим, поддерживаем, собираем гуманитарную помощь, собираем посылочки личные. Дети обязательно в посылочку пишут письма, рисуют картинки. Дочка у нас сердечки, ну это девчачьи, сын танки, вертолеты военные. И супруг на стенку у себя в блиндаже развешивает все рисунечки, и смотря на них, у него появляется сила духа, и вперед, только вперед. Сын понимает, где находится папа, и также он перенимает на себя. В танки у нас играет, потому что папа пулеметчик в БТР. Все как-то пытаемся ребят поддержать в эту тяжелую минуту, но не унывать, потому что мы тыл. Если тыл сорвется, то тогда ребятам еще тяжелее будет. Победа будет за нами, Россия сильная, так что все будет хорошо. Мы знаем, что закончится нашей победой, что папа вернется, супруг вернется, и у нас есть маленькая мечта, что мы будем нашу необъятную Россию на мини-отпуск, может, на выходные выезжать всей семьей дружно и показывать, знакомить детей с нашей страной. Наша страна, она красивая, ее нужно детям показывать, и она вдохновляет. Мечты должны сбываться, мы в них верим, мы любим нашу страну, мы любим наши любимые, дружелюбные, гостеприимные люберцы.